Началась эта история в далеком зарубежном городе. Мы попали в сезон дождей на Кубу. Только что светило солнце, а уже льет дождик. Еще мы выяснили, что путешествовать по Кубе – это дело непростое и не дешевое для туристов. А сами кубинцы живут на песо, настоящие кубинские деньги. Для туристов это совсем другие деньги, называются они куки, доллары. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Road. Stop all of your drinking with that Lucy named Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Если вы хотите проехать с севера на юг и посмотреть всю страну, вам придется взять машину. Есть два вида автомобилей. Одни автомобили работают на газу, другие автомобили работают на бензине. Хитрые кубинцы сдают в аренду машины, работающие на газу, дороже, чем машины, которые работают на бензине. And like a strainer, there's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers. Питание здесь настолько простое, что даже сравнить его не знаю с какой страной. В общем, креветки, два сорта рыбы, лобстеры, фасоль, рис и немножечко фруктов, куда входят манго, гуавы и ананасы. 250-230 куков за номер, это, конечно, по европейским меркам пятизвездочных отелей просто ерунда. Для Кубы, например, да, обычное частное жилье ценой в 25 кук за одну комнатку маленькую, это, конечно, ну, как бы это крутые цены. В общем, если вы хотите путешествовать дикарем, то запасайтесь деньгами. Куба. Короче говоря, мы все поняли, все выяснили, на Кубе все наоборот. Подсаживаются люди, мы их довозим за собственные бабки, за собственный бензин, еще приплачиваем им. Вот такое здесь такси местное. И все ради того, чтобы знать дорогу, куда же ехать дальше. Кубинцы веселый народ, смотрите. У них есть маленькие домики, в которых живут маленькие свинки. Вот решила отдаться в руки такому сильному, большому человеку. Он кубинец по происхождению. Его брат настоящий Кинг-Конг. И мне сейчас будет так хорошо.
очень много овощей, совершенно нет фруктов. А, нет, наоборот, есть фрукты, но нет овощей. Я предпочитаю с собой все-таки носить вот такие шипучки, в которых куча витаминов, которых нет здесь. Вот сейчас я выпью эту страшную смесь из крахмала и витаминов из говядины, и буду самая сильная и загорелая. Машина стала для нас домом на несколько дней. Я даже маски для своего лица делаю в машине. Я хотела на Кайо-Коко приехать красиво. Ужасно, я хотела покрасить ногти. Ногти хотела покрасить. Смотрите, что получилось. Разлился мой лак. Уиру! Йо, ты как? Я зимей. Soy un chico desdichado que nací para el amor. Ese coche me ha estropeado, para en la esquina, señor. Ya me duele la cabeza, tengo estropeado un riñón. Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón, sí señor. ¡Qué rico! Санта-Клара проделали огромный путь для того, чтобы увидеть вот этот легендарный мемориальный памятник, посвященный легендарному, героическому Че Гевара, о котором знает весь мир. Именно здесь в 2004 году зажгли вечный огонь. Именно у этого памятника в знак благодарности за то, что революционный переворот был совершен. И теперь Куба является единственным островом свободы в мире. Че Гевара жив, Че Гевара жил, Че Гевара будет жить. Именно так говорят здесь, в этой стране. Но мы-то знаем, что настоящей свободы не бывает никогда и нигде. Пожалуйста, небо, не надо больнее. Я жить без него не могу, не умею. Пожалуйста, небо. Yes. Не надо больнее. Не надо больнее. А что ты снимаешь, папарацци, Ванючка? Ну-ка быстро выключи свою камеру.